Так, ох и машин сегодня. Ты шо? Представляю, что на базаре творится. Мараджан. Ты шо, уже снимаешь? Марадик, доброе утро. Спешу тебе погодные условия рассказать. Гидромедцентр мне только что звонил, я тебе сразу. Завтра в ресторане дождь, так что будем снимать дома под навесом. Здравствуйте, доброе утро. И знаешь, что я решил? Шах плов давай бахнем. Ты же давно хотел? О, согласен, быстренько диктуй, что у меня память короткая. Рис надо, изюм надо, лаваш надо, да? Мясо какое, говядина? Мясо, говядина, и обязательно нужно топленое масло. Топленое масло, у нас есть дома оператор топленое масло? Сейчас найдем, я знаю, где есть. Короче, топленое масло надо, лаваш тонкий надо, изюм надо, нут надо? Так перетопишь, будет тебе топленое. Спроси, можно перетопить? Ты пропадаешь там, алло. Походу, у вас уже там дождь идет или что? Пару видов разного изюма. Курагу обязательно. По граммам. Запоминай. Смотри, по граммам, насколько на наш казанчик вот этот 6-литровый будем готовить? Сколько? Кило 2 риса взять? Али много? Алюминиевый, который на барахолке самый лучший купил, да. Грамм по 150 всех приколов надо. А это нут, это два вида изюма, это курага, 2 килограмма этого. Мясо сколько? Килограмма 2? Килограмма 2, не больше. Ну все, все остальное, что забуду, короче, я тебе потом надо же придумать, наберу. Есть будет? Все, давай, целую, на связи. Ага. Друзья, всем привет, с вами есть Клипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, ну его баню. Наговорил, ничего не помню. Авоськи с собой. В багажник кидаем. Слышь, у меня ж тут, как обычно, не просто так. Бачишь? Это кому? Узнаешь. Погнали. Шо нам надо? Я поздоровался? Ну и в баню, с Маратом пока поговоришь, сразу все отшибает потом уже. Да ты шо, картошки наехал. Это идет в шахплов, в рецепт? Это чтобы я была в хорошем настроении. Конечно, идет, Сереженька. Я знаю, что Марат любит помидорку. Что сегодня день интересный. Что? Марат любит к плову помидорку, а помидорку с луком и без масла, помнишь? Ты что, забыла побриться или что? Чего это? А что у тебя мой фильм «Сколько в волосах»? Так это у тебя надо спросить. Что, ты не знаешь, куда идти? Да я просто балдею. Хорошо, завтра в ресторане не готовим, ребята, ну погода показывает, что... Здрасте, доброе утро. Сколько-то там процентов? 70. Слышь, надо ее опять чем-то загрузить, потому что она скрипит. А ты ее на руки возьми, неси ее. Вот так вот? Да. Нормально. Дольче Габбана. Новый вид. Здрасте. Здравствуйте. Лучше бы мы что-то с картошкой завтра приготовили. Ты видишь, сколько картошки? А? Пипец. Какая хочешь, Катенька. Ну, да. Скажи мне, а ты вчера молодую брала уже почем? 180 чищенная. А что, не падает цена? А, чищенная? Да, я поберегла твои ручки, Сережа. Смотри, 140 я бы мог бесплатно почистить. А у нас вчера времени не было, поэтому я решила... А вон по 120, смотри, вообще вот это же самое вкусное. Что, картошечки возьмем? А зачем? А ты уже не хочешь? Ты что? А почем ваша чищенная картошечка, та, что покрупнее чуть-чуть? 160. Вот ты оператор, короче, вообще наш бюджет не жалеешь. Ага. Твоя девушка Цибуля любимая, красивая. Которая тебя в гости девушка зовет. Любимая, самая прекрасная, самая желанная. Здравствуйте. Здрасте. А я стою, я смотрю, вот тут обнимаю. А вы со всеми обнимаетесь? Да? Нет, ты только шо, с тобой. Мама дорогая. И шо, как торговля сегодня? О, здесь Анатолий опять на базе. Елки-палки. А где его не было на те выходные? Каунчики. Нам будем готовить шах-плов. Шо? Начнем, как обычно, с своих перцев. Мы когда с своих перчиков начинаем, у нас потом все, прямо именно жизнь аж вот такая. У как, него потом с перчиком прям все как хорошо. Блестяще. Оператор маленький, ничего страшного? Ничего. Зато три, да? Королек. Маленький. Так а что, зелененький один возьми.
Не надо. Чего? Там же казанчик небольшой. О, вот таких пару микрофонов. Прямо молодостью моей пахнет. Зелень надо было какая-то туда? Что? Ты что, деньги не взяла? Выворачивай обратно все. Все, друзья, всем пока-пока. Чао. Да. Так а что? Я забыла маме зелень забрать. А ты хоть ее в холодильник убрал? Разберемся. Давай свежей маме возьмем, а ту сама дожуешь. Нет. Что нет? Все, рассчитываемся, сколько да. мы должны. Спасибо огромное. Начало есть. Катюнь, я могу только... По сценарию. Я могу только... Да ничего я не могу, дай деньги. Звезда, блин, что она меня троллит, елки-палки, с этими бабосами. Я могу только вовозку сунуть, давай. Начало есть. Ни в чем себе не отказывай. Начало есть. Не, у меня было немножко там горсточка, спасибо, но я их на парковке отдал, так что, не, в другой карман. Все, тут точно будет водиться. Да, а что, мама таки звезда на самом деле. Что редиска почем? 50 килограмм. Да ты что, а вот это пророщенное не хочешь? Нет, не хочу. Да я не тебе, котам нашим, попугаю. Ты давай попугая возьмем, может будет клевать. Там целый лоток или поштучно? Да ты что? Давайте, у меня сдачи остались. Мне кажется, что Люк первый позарится на это. Ага. А что же он за окном сидит, на улице зеленеет, а во рту одни семечки? Ой, Катя, так это же еще и красиво, ты посмотри. На Пасху у меня такие вот много купишь. Хорошо? Хорошо. Мы договоримся, когда Пасха будет, вы нам засадите по полной. Точнее. Так уже надо. Уже засаживать? Давай, Катюша. Тебе уже тут все готовы засаживать. А сегодня какое? Что? Ничего. А сколько она растет? Сколько она растет? А, ну так хватит. Ага. Дядя Толя, здрасте. О, елки. А где у вас нет? Какие елки? Да вы что? Я думал, вы ездили каунчики сажать уже. Рано еще? Да. А когда их надо сажать? Ну подскажите. Зараз я на рассаду сажаю. А что это, вы елки? Да. Ничего себе. Катя, не, ничего себе, только ты одна пионы сажаешь. Люди нормальные, вон, видишь, как... Мы же посадили пионы. Да? Блин. Теперь уже и елки. Теперь надо. Уже и елки. Все, гай-гуй. Подались. Понятно, все пионы уже посадили. Так я не спросил. Другой раз у дяди Толи спросим. Когда надо каунчики сажать? Я же тоже планирую арбузы посадить. Елки-палки. Тут, смотри, картинка не меняется. Слышишь, что цена упала на крупную? А нет, такая же хорошая. Была 1000. А вон перец. Уже по 800, уже все, уже можно потихонечку начинать есть. Огурчики. А я вон у тех девушек вчера картошку покупала. Прелесть. Слышь, а где моя мадам с грушами делась? Переехала? Груши, наверное, закончились. Вон и по 150. Вот я сегодня. Яничка. Вот тут я брала картошечку вчера. Серьезно? Да. Я думал, где-то вдоль дороги. А да. Ты что, вчера еще и на базар успела? Ну, конечно. И о, клубника, смотри, какая. Красивейшая купила. Давай порой. А почему клубничка? Клубничка 15 гривен штучка. Катюша, вот мне надо. Ну, возьми. Ну, мне чисто досадить надо, потому что там, где... Вон, так, как на фотографии. Вот такая и будет, да? Такая, все. Она договорились. Солодка. Вот прямо как у тебя ручки, что ее держат. А ну, добавь мне сдачи. Ты сколько возьмешь? Вот такую стиков 10 подсажу. Почем они? На 150 без сдачи. А что я тебе добавлю? Да, еще 20 гривен. Как-то несерьезно, да? А это за 10. Угу. Боюсь много дать. Вдруг мне не хватит потом на Катя? Гортензию или на что-нибудь. Вот так вот. А вы нам потом, когда наша очередь дойдет, выбираете штучек 10, да? Он хрен красивый. А что, тоже, говорят, цветет? Так у тебя же растет. Хрен или что ты там все время? Да, щавель. Нет, на клумбе там хрен? Щавель. Щавель? Да. Щавель это кислый. Ну так я его жевал, он кислый. А хрен, хотя... Ты знаешь. Отдельно меня посадить, а это мне отдельно посадить. Короче, два кулечка, два рядочка. Вон и дуже важно. О, прям стихи. Два кулечка, два рядочка. Ну,
А мы бачим, мы уже в этом и очередь заняли. А нам кустиков 10 выбираете? Так что без дачи прямо. Кустиков 12 за 10. О, та ты шо, конечно же. Они уже пораховые, да? Да. Все. Спасибо огромное, еще и скидка хорошая, ты понимаешь? Прямо букет. Да вы шо. А мы потом сфотографируем, пойдем будем сравнивать фотографию. Да ты шо, куда это? Куда, к этой зелени? Сюда, а я буду рядышком. Катюнька, нам же, если не ошибаюсь, сегодня надо почти не загружать тачечку, да? Мы же готовим тебе, себе и Марату. И скоро еще и маме можно будет. Все, спасибо огромное. Спасибо. До свиданечка. Капуста. О! О, а что это? Пионы, правильно? О, ты ж хотела. Георгий, ты посмотри, я думал и топинамбур. Думал, какого цвета? А что, ты не видишь? Лапшечку, и я кремовый, дуже красивый. Високий? Ні, вони середні йдуть. Не бери, високі. Бери, Сергійко, бери. Скільки коштує? А вибирайте, я вам скажу, ви вибирайте, який бутон. Оцей великий 30 гривень. Вот это красный, да, будет? Да. Уже поперло. І от бульби возьми великі, які, наверное, будуть кремові. А зачем? Різні. Кров'янка 150. Вот это? Пошукай, щоб там були такі от. Ну, попробуй. Дівочки. Георгіни. Почечки. Вот ну вот почечки. А это кремовый? Это 20, да. Это кремовенько, бачите, у нас висит. Все. А ты то... Ну, вот это за... Как это? Ты себе поделите. Хорошо. Вот там дуже, вот если посадить, дуже воно зле буде. Его треба поделити, вот это велике. Чого? Ломать вот так вот надо? Мне кажется, что по росточках поломать. Ні, не будемо ломати. Не будете ломать? Ще багато пагонів. Ще. Будем брить, все нормально. Все. Ну, еще кремовый надо, Катюша? Ще возьми. Я говорю, скажи мне, имели ресторан, сейчас имеем огород, елки-палки. Ты что? Ну вот еще один тебе. Все, хватит. Больше ей не надо. Ага. Вот я же за это и говорю. Это ваши? Да. Это тоже 20. Все домашнее. 20, 20, 30, 70? 70. Огонь. Я прав. Клубника, елки-палки. Короче, из полезного я пока не знаю, что мы здесь купили. Спасибо огромное. Дякую. Будет, будет, будет. Короче, слышишь, из полезного только зелень попугая мы купили. Почему это? Ну да, все остальное пока, пока будет расти. Сергійко, який ти молодець. Так, о, фасоль, ну я уже ее посадил, видишь? Вот такая, вот такую. А почем такая фасолька? 83 метра. Ага. Поняла? Как у дяди Толи было. Красный-то кремовый. Лимончики, хрен. Щебрец, клубника. А сейчас... Слушай, одна картинка красивее другой. Календула. Попить не хочешь? А что, треба? Я думаю, что тебе хуже не будет. Давай я тебе пакетик возьму. Здрасте. А? Здравствуйте. Все, и дядя Толя на месте, и вы уже здесь, слава богу, да? Да ты что? А тут тебе не нравится? Не, я не хочу гиацинты. А ты их куда-то выкопал? Какие гиацинты? Это вот гиацинты. Это хризантемы вроде бы. Нет. А что это за... А вот, ни то, ни другое. Попутал елки-палки. Я их имела в виду. Так я тоже. Это то, что мы Вилково купили. Да. Да не, огромные такие вырастают. Не пойми что. У самовара я и моя Катя. Прикуску чай. Пить будем до утра? Так давай я, может, я тебе календулу погоняю. Белый. О. Да. Дать вам? Нет. Чего это? Да потому что, Катя. А сколько стоит? 250. Великий? Гарный кустик. Катюша. Белый. Ты скоро будешь на базар без меня ходить. Ну и в баню, все. Куда? Не хватает моих на тебя уже нервов. Цвести вам. Цвести. А что это? Деревовидный пион. А ну не знаю. Это пион только такой, как дуб здоровый, а растет. Потом его на дрова через лет 10 можно будет спилить. Это и делать совершенно. Огромный. Еще 250. Почем 500? Да. За 250. Что? Берешь? Ну да. Один. Один. Да. У нас их просто много, и она уже
понасаживала. Я объясняю, що вони ж со временем будут расти все больше и больше. Вінницького дуже вкусний півник, ще один лишився. Півник. А, півник. Фіолетовим цвітет. Білий. А из него одни бутоны вылезают. Точно белый? Точно белый. Добре. На. Ты за свои пионы могла бы сама рассчитаться. Возьмите, пожалуйста. Опача. У вас 50 нема хотят? Есть 60 было. Ну дайте хоть 50, может я 10 зараз. А на тебе 10, Сергей. Так может... А вот все, видите. Файно. Так, и вам огромное. Не, спасибочки, мы вот так. Все правильно? Да, 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 да. Он и пион не сильно хотел. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Все будет нормально. И посадим, и порадуемся. Катенька, то я не против твоих вот этих вот земельных приколов. Но я тебе еще раз говорю. Ты сейчас пихаешь в голую девственную землю. Оно же все повырастает. В этом, в следующем, через два года. Вот смотри, вот стоит елка, а я даже не спрашиваю, сколько она стоит. Ох, и колбаса печеная. Ты что, сразу аппетит разыгрался? Сейчас мы там еще к нашей женщине подойдем. Скажи, слушай, мы же сегодня... Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, а почем эта прелесть? 350. Ох, это красивее, наверное, всего, что я видел на свете. Елки-выпалки. Да, мы знали, что такой колбас. Ну, хотя бы хоть кусочек маленький. А то же одни пионы и там корм для попугая вот это пробую. Да? Спасибо. Будь ласка, спячий колбаска. Причем колбаска? 350. Ужас, какая вкусная. Одне мясо, тут нема и сахар. Отдайте колечко, пожалуйста. Сегодня дети в гости придут? Так я пиццу сделаю с этой колбасы. Такой? А что ты? Надо и с солями. Да, оставь ты покоя. Выручай, хотя сиди спокойно. Думаю, хватит мощностей. Сколько? 263. Да вы что? Что вы были здоровы? Как хватило мне. Пол тачки набрали. А это пока самое нужное. Да, что я сам заберу? Я даже не претендую. Ой, я авоську для сдачи достал. Ты что запуталась? Кидайте. Да я шучу. Все, это гроши мне. Спасибо. А колбаска? В авоську. Тихо, засосала. Колбаска вам на печи, она вам будет светлая, так как копченая. Да, она очень вкусная. Вы не в кулечках посадили на бумагу, ага. Где ставлю на этого, с альбома, с детского альбома на листок. Белый листок поставила, и она вам будет стоять две недели. А у меня как раз есть альбом, там ее детские фотографии, так что там, пару листиков я видел ненужные. Спасибо большое. На фотоаппарат. Это он шутит. Слышь? Да. Я думаю, что никто... На твою фотографию колбасу не ставил. Помидорки надо купить. А я... Боже, боже. Как здесь красиво. Каждый раз проходишь и как первый раз, да? Обалдеть. Какая красота. Нереально. А тюльпанов сколько? А ты со Львова заказала тюльпаны? Да. Вот же они. Но я другие, посмотрю. Здрасте. Здрасте. Где вы это все копаете? Смотри, петрушка какая, Катюша. Гвоздика индивидуальная. Индивидуальная. Ну, не, она посадила, у нее жменями растет, а это по одной. Та цвет просто шикардос. Что там, вы, как дела? Все растет, слава богу. Слушай, у вас правда 5 детей? Конкретно у меня? Не, ну да. Вообще. Не, у меня 5, у нее 3. А это вон у нас на двоих 8 получается. Не, пятеро. Пятеро? Да, 3 мальчика и 2 девочки. Офигеть, какие вы молодцы. Слушай, я... А что ж мы же не только видео шлепаем, мы еще и шлепаем. Я зашла, думаю, почитаю про вас там. Ага. Блин, офигела, во, ребята, пишут, молодцы. Да? Я тут думаю, у меня 3, ух, блин, нифига себе. Кошмар, да? Сколько, да?
Растут. А у вас... Так я по секрету скажу, она еще вещи детские пока никому не раздает. Катюш. Еще держит. Знаешь, классно, когда красивая папа и мама, и ну, красивые дают потомство, потому что бывает, так, знаешь, бывает вот прям совсем. Ну как говорит Вадим, такое, да? Совсем печально, ну правда. А это же цвет нации, понимаешь? А ты что? Вот так красиво еще ко мне никто не подъезжал. Все. Ай, елки-палки. И не хвалю тебя, это Катя все. Это Катя все, понятно? Посмотри на Катю, какая красотка. А многие думают, что такое себе, да. А нет. А ее же не видят по телевизору, понимаешь? Ну, да. Все там думают, 150 килограмм. Страшная там мама дорогая. Потому что ты просто напрячешь. Да я ее хочу уже давно выгулить, не дается. Она же ретивая еще, нет-нет, легнуть может. Да? Тебе что-то надо здесь? Если что, из просто этого поговорить. Я все уже засадил, да. Да, просто поговорить. Клематисы уже 4 уже сортанули, поперли. Что там, лаврик растет, клубнику купил, петрушка своя, слава богу, выросла. Вот отлично. Почем он, ото? 20 гривен. Так, ты что, цены такие, тут должна очередь стоять? Красота, пион, эти самые тюльпаны он мне не разрешает. Ну, так зачем? Да есть у нас там. Я там смотрю, у тебя вообще, то как Саня пошли там... Руки у тебя чешутся за все, ты вот так прям... А он, да, так помимо этого она каждый день возит Елисейку в школу и приезжает не с пустыми руками. Что ты сегодня припердолила? Эти... Георгины. Молодец. Георгины. Я уже только он отмыл руки, уже 3 с утра всунул. Ну видишь, ты же тогда не купил ей эту... Гортензию. Гортензию. Так ей Юра сейчас там с Борисполя вышли тебе 4 разные. Розовая, белая, фиолетовая. Да. 4? А, это секрет, да? Ну, он уже говорил, но не говорил, что 4. Это был секрет. Как баба Катя говорит, какой же секрет, если ты все на телевизор рассказал? Да, Юрочка, это секрет, если что. Все, ребятки, рано. Спасибо, хорошего дня. Пока-пока, спасибо. Клубники. Ты там нервничала, что у нас инжир. Все, уже и у нас запустился. Понимаешь? У нас же на открытом грунте. А тут нет-нет-то где-то. Красивую древовидную. Да, спасибо. Какого цвета будет? Вот смотри, вот такую тебе даю. Белый с бордо. Ага, спасибо. Ох, Катюня. Она большая, смотри, ее надо посадить на солнце. Она ты будет, посмотри, какая прелесть. Она будет 1.82 м. Ох, ничего да, себе. Ого. Древовидная. Так, а красивая какая? Смотри, да. Ямка, и вот нужно аж вот так засадить. Засадить по полу? Да. Ну, ты можешь не рассказывать. У нас же 5. Все, погнали. Спасибо большое. Да ты что? Не-не-не, сейчас я аккуратненько сюда повешу на корм. На корм попугая. Все, давай. Спасибо. Счастливо, большое. Спасибо. Засадить по полной, ты понял? Да, говядина. Катюша, что-то с Измаилом надо тебе? Здравствуйте. А? Мне? Картелька, амур с пупырышками, белый, зелень. Так, ну лаваши возьмем там. Да? У хлопчика? Колбаска. Скажи мне, ну мы же возьмем кусочек еще сырокопченой колбасы. О, мне вот эта клубника нужна обязательно. Шо-шо? Вот клубника шикарная. А, от которой что? Перестаешь чесаться? Ну, Милания здрасте. Скушала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот она у вас на самом деле очень вкусная. Спасибо вам от маленького до великого. Все индикатор ели, Милания, ни одной шишечки, все прекрасно. У нее сразу, да, мы ее покормили, у нее сразу повылазило вот это все. Одну ягоду дали. Одну большую. Ягоду дали. Это еще, большую, не, да. Это еще до вас было, да. А когда вашу дали, как рукой сняла, наоборот, вылечила. Так что давайте. Слушай, сегодня же еще дети придут, может, 2 возьмем? Сколько она красивая. Да давайте 2, у тебя же есть деньги, пожалуйста, она скажи. Она свеженькая. Тем видите, более, все, тем шикарная. Более 2. Вот она. Вот мы ее эту? Собираем, видите, собираем сразу в лотке. Вот боже она. Мой, как пахнет красота. Давайте 2 лоточка. Да. Я этот, да вы что, и почем? По 280. Ну точно, я не помню, почем было, но точно подешевело. Тут 350 было. А-а-а. Это как раз это самый вот. Так первый. Ничего себе, хорошо подешевело. Я что хотел сказать, давай распределим обязанности. Там мы согласны на любой, кидайте все, мы же ее съедим, нам же не фотографироваться. Ты следи у себя в голове, что нам надо для пиццы сегодня детям купить. Угу. Тесто замесили, уже отдыхает. А я на шах плов. Для
Так, Катюша, я предлагаю, пока ты здесь будешь красиво рассчитываться, я метнусь к машине и все-таки выгружу, потому что мы сейчас твои пионы немножко сделаем им прессинг. Я знаю, вы уже, по-моему, самый второй или третий, говорят, что тоже накормили детей, говорят, такая аллергия. Ну, не, ну это как, это же обыкновенное чудо, когда... Когда первые, ребята, не бойтесь, уже на себе проверили, так что все хорошо. Люди боятся дать детям, а у нас мы уже сколько, пятый год на рынке, и это действительно натуральная, хорошая, и домашняя. Домашняя клубника, пишут там дальние пьяски, у кого какая. Колбаса, клубника. Все, это все пусть лежит, Катюня, тачку загружай, да, я сейчас клубника быстренько метнусь. Сюда, сюда, сюда. Давайте туда. И все, сейчас. Вот так вот, раз, два. Клубника нельзя. Баловаться. В авоську кидать ее нельзя. Хорошо, я аккуратненько донесу, как вы ее и собрали. Катя, храни тачку, я сейчас буду. Мы вас любим. Спасибо огромное, взаимно. Спасибо большое. И мы вас. До свидания. До свидания. Ну, хоть посмотрим. А ты что? Сережа, баранина все дела. Я говорю, хоть посмотрим на эту красоту. Да не будем смотреть, да. Здравствуйте. На что ты будешь смотреть? Здрасте. Здрасте, здрасте. Он меня уже стороной ведет. Я уже говорю, давай. А я хоть... Давай быстренько пробежим. Вот Сережа, вот это точно ты хотел. Так у нас еще с того года оно растет. Ну правильно, оно растет. Это опять плохо, потому что надо, чтобы оно... Чтобы постоянно добавлялось? Ну, конечно, добавлялось. Оно растет, потом коврик вот тот пошел, фиолентовые вот те цветочки вот красивенькие тоже погнало. А это что то, такое? Что я тебе говорю. Это водосбор махровый. Воду собирать? Да. Вот есть такой, ну, водосбор есть такой, знаете, в виде колокольчика обычный, а этот именно такой махровый идет. Какую цену? 120. Вон красивенькие сайки, он синенькие? Фиолентовые какие-то там, сиреневые. Это живучки стелющиеся. Есть пестролистные и есть вот такие шоколадные. Угу. Вот идет вот на солнце, идет такой темный, красивый будет блестящий лист, очень красивый. А то идет пестролистные. Ты посмотри, прям там этих покровников, да, сколько, ты видишь? Ну, это специально, да. Чтобы был выбор вам, чтобы вы могли выбрать и посмотреть. Обалдеть. Все, что тебе надо. Но нам надо сегодня плов готовить. Идем, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Надо его накормить, а потом... Да я уже за завтра переживаю. Завтра ж дождь, поэтому надо подготовиться сегодня. Да, у вас просто загляденье. Я не знаю, такое хочешь? Не, я хочу вот такое сиреневое. Вот я бы вот такие бы хотел. Это ж хвосты? Это же хвосты. Смотрите, это хвосты, но они идут теневые. Теневые, да. У меня есть места, куда их там сажать. Есть вот такие хвосты, есть вот такие бадан. Это есть вот такой морозник, он начинает в начале февраля цвести, до конца мая цветет. А потом летом нарастает в объеме куст. Вот такие херы обалденные. Херу эту я вчера и посадил такую. А вот такую надо взять. Это тоже не хера? Это кучерявая, да, маховая такая идет, прикольная. Сколько стоит? Такие 250. Вот я бы папоротники хотел. Фу, а я не хочу папоротники. Катя, вот туда к березам, ну, куда я лаванду посадил. Я не люблю папоротники. Ой, лаванду эти. Обалденные. То есть, теневые, ты сегодня мне принес мне букет из алых роз. Ландыши. А вот ландыши я тебе посадил, не лаванду. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Вы тоже здесь аккуратненько что-то берете? И мы мимо пройти не можем. Спасибо огромное. Для вас снимаем, стараемся. А тоже цветет, да? Оно цветет, но они выбивают колоски, но они не сильно. Все то, что теневое, оно дает именно красу со счет своего листа. Понятно, да. Оно сочное, потому что оно без солнца. А это теневое, да? Это все теневое. Многолетник? Многолетник. Все многолетнее вот это теневое. Что? Все дает за счет вот этого. Ну, заворачивайте, что? Смотрите, какой красивый идет вот этот брунер. Она вот цветет с такими... Если не ошибаюсь, брунер нам Майя Ивановна дала. Майя Ивановна, подскажите, что-то я такое, помню, сажал. Ну вот сейчас летом лист еще больше будет увеличиваться, и вот именно тоже. Это все теневое. Это нам туда под забор, под плющ, поняла? С той стороны солнца. Ну хорошо, возьми делает. Вот один кустик. Ну давайте кучерявый этот махровый. Да? Кидайте. Просто кто-то
именно по дизайну, как ему больше подходит. Кто-то просто комбинирует, кому-то надо что-то было, чтобы ярче. Смотрите, у нас пока нет дизайна, мы просто засаживаем. Нет, просто вот смотрите, вот это яркое. Такая у нас одна есть. Вот такой есть этот самый. Смотрите, как вам больше? Вот этот, красивый, да. Вот Кате красивый. Такой у нас тоже есть, да? Такой есть, ты говоришь? Кать, все есть, да. Все, говорит, есть. Все, мы его баню. Регулярно, здрасте, да, да. И маму, и папу мы тут, мы всех показываем. Хорошо, а почем же вот эти вот? Да ты что, пусть полежит, ладно. Все, а папоротник почем? Цена, вот это теневые, они все плохо наращиваются, и они вот все вот такие, такая цена их идет. Ага, ладно. Это же идет вот этот махровый, видите, вот именно тоже такой шоколадный. Угу. Я вообще таких не видел, да. Ну это все новое, это все новинки. Модель. Вы знаете, когда девочки говорят, по интернету один колосок, и то не принялся, потому что это все наращивается, чтобы оно вам было для вашей... Уже, как говорится, взял и посадил. И все, и меньше вопросов. Так, ладно, все. Ребята, кому надо, папоротники здесь. Хорошо. Новые, махровые. Ты рассчиталась? Да, рассчитала. Давай, поехали. Любой, который вам нравится. Вот это просто хамелеон, но он три раза меняет. Но вот этот яркий, красивый. Я вот такой вот хочу. У меня много повылазило. Есть, у него нету разноцветных. Да. Армен Джан дал, у меня их очень много. Вот такого нет. Так что... Ну, это все как бы из-за новинок, поэтому это, конечно... Катюша, вот ради такого я готов этими сдачами пожертвовать. О, брат, салют! А я пришел, тебя нема, один свинина лежит, думаю, куда делся? Пошел свинью кормить. Идем поздоровкаемся. Ёшкин ты кот, ты шо? У него обидишная дойка. А, кого-то дует здесь потихонечку? Вот молодчина. Знаю, чуть подкармливает вас всех. Так, это вот сюда. Спасибо большое. Все, спасибо огромное. Если что-то, посмотрите, как вам больше по дизайну, что-то еще купили. Да, это я не сомневаюсь. Катюша, хоть пирожки поснимай. Раз тебе их есть не можно, хоть поснимай, елки-палки. Ты что, а их сажать можно, нет? Мы же все засаживаем, да. Давай повару кинем в лунку. Нет, туда еще. Та что-то повырастает. Не надо ей, елки-палки. Мед, сыр с укропом, абрикос, потроха даже есть. Эх ты, Катюня. Рідненький салют. Здоровенькие были. Что ты, скажи мне, а говядинки нема у тебя сегодня? Там лопаточка. Только лопаточка? Лопатка говяжа. Дам по 250, если гарненько. Блин, то гарненько. Там мне кило 2 надо что-то интересного. Я такого тещине язычок красиво могу. О, да, потому что мы такой будем завтра плов готовить, который мы уже хотим, сколько там? 2 или 2.5. Да года 2.5, наверное, уже хотим. А ты нам вот это вот кидай. А сало почем? 500 гривен. Не-не, то подешевле. Сало-то не... Сало 170. Ага. 290 масло. На все. Да ты шо. Ну, Катюня, процесс пошел. Все хорошо, вам как мы будем. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, рядненький. Так, блин. Да мы без тебя уже не можем. Да, да, начали узнавать люди. Ты видел, что мы с той свининой приготовили какой плов? Да. Обалдеть, это лучший плов из свинины, что был. Хотя люди пишут свинокаша. Ребята, нет, это какой-то Оскар. Это я сказала, это номинация. Фу ты, елки-палки. Я собрала презрительские симпатии. Помой себе рот после таких слов, я не знаю, чем обычно моют его этим. Мазью водорода? Перекись водорода? Содой. И содой помой. Все, хорошего дня тебе. Давай, будь здоровчик. Пусть твои поросята все растут и радуют людей. И ваши поросята пусть растут. Ага. Так все, можем идти домой. Смотри, а тут вообще почти бесплатно уже по 100, смотри. По 120, по 130 картошка. Да давай возьмем, ты же захочешь. Пьяничку. Давайте нам, пожалуйста, какой вот эту. Есть? Да вот эту, 2 килограмма. Хорошо. Вот скажи, какой ужин вчера приготовил? Шикарный. А почем клубника? 250. Я все организовала, а ты просто приготовил. Ну, шикарный получился ужин. Вот первую фразу могла бы не говорить. Чего это? Вот просто сказать, шикарный ужин и дальше благодарность, и все. Я не могу промолчать. Утаить свои заслуги, Сереженька. Совершенно верно. Смотри, иди сюда. Бачишь? Ты что? Что кожа у кобры, елки-палки, когда слезает. А, смотри, прямо сок течет, мед идет, елки-палки. Ты что, да ее и чистить не надо, просто кидаешь там 2 раза туда-сюда, то сюда и все. И лишнее выплевываешь.
А вы вот, и вот эту поцарапанную тоже добавьте, потому что она самая красивая из того, что там есть. Катя, вместо твоей рассады некуда нормальные продукты ложить. С какой ложить? С моей? Да, блин, с какой? Ты сегодня купил. Махровая там что-то, блин. Понакупила, ёханый бабай. Главное, что у тебя ковбаска есть. Это нам с Маратом. Боже, это такая долгоиграющая игра. Вот это вот отсыпать, наваливать? Ну да. Там можно сразу по пакету. Видеть липова. Взаимно. Будьте нам здоровеньки. Да. Спасибо огромное. Спасибочки. На 270 нормально? А что нет? Вы что, не знаете, что у него деньги есть? Там. Я могу. Катюша. Начинает она, я продолжаю. Смотрите, 50, 60. Я могу 70 дать. Катюша, дай 200. Правильно? А возьмите здесь больше. Вот, вот прямо сколько надо, вот столько. И да. Это все ваше. И 200 она еще дает. Угу. Все, а 300 мне, потому что я вам чаевые оставил специально. Спасибо. Все. Вот так вот все. Вот это хороший этот вот обмен валют. Высыпал все, что было, а пришло еще больше. Так, спасибо. Ах ты, махровый, я уже его устал поднимать. Это она знает. Поэтому и дружит с деньгами, да. Все. Гай-гуй, поехали. До свидания. Спасибо. Спасибо огромное. Катюня. А. Все, можем идти домой? Нет. Чего нет? Лаваш, плов и деликатесы. Что-то деньги потратили, а ничего не купили. Так потому что мы еще ничего не покупали, пока только ходим, прицениваемся. Так все уже, можем дальше. Смотри, рис, два вида изюма, курага, нут, топленое масло, лаваш. Все. У вас на работе больше ничего масло. Так вот я его и возьму. Ну так вы его и возьми. Я же тебе сказал, что я знаю, где оно есть. О, смотри, помидоры уже почти сливка. Угу. Бач какая. Наливная. Ёшкин ты кот, мы хотели мимо пройти. Вот думаем, ну, дадим тебе, выходной. Я даже чуть не пропустила. Да вот, разве можно такое пройти мимо? Обалдеть. Рудничок фотографируй тоже. О, да, почем? О, да не спрашивай. 300. На Южном мне сказали 300 песо. Ты что, да он как это... У вас, конечно, как всегда, эксклюзив. Ну, эксклюзив. Тут и цены в биткоинах, елки ты палки. Что, не, есть такое слово, я в интернете слышал. Тут хотят наши украинцы. Правильно. Вкусные. Правильно. Пожалуйста, вам. Все. Турция, без химии, без ничего. Домашние шапочки, домашние помидоры, огурчики. Что надо людям? Кому надо, люди пришли, взяли и без... Вот рассказывают, вот верю. Верю. Катя, ух ты, сделай хоть фотографию. Фотографию сделаю. Помидор на весь экран шлепни, а? Смотри, прям девочка. Чтоб аж потрескалась. Так они все одна красивее другие. Йо-йо-йо-йо. Все, гарного дня. Чтоб помидоры дня никогда не заканчивались, наши украинские, да. И все будет счастье. Полумиться домашняя. Пойдем, оператор. Да я иду, Сергей. Иду. Бряк 35, лук 35, коротелька 35. Очень везде одинаковая цена. Хорошая. Что ты, авокадо уже наелась, не хочется? Нет, не хочется. Тогда иди. А я думал, в тебе этот аппетит никогда не закончится. А ты знаешь, его хочется в начале зимы. Лимонад возьмем? Детям давай возьмем, да. Вот, очередь за рисом. Ты здесь будешь брать? Не-не, идем. А мы там возьмем, там где изюм у Андрея. Ты видела, у него какой магазин? Мы его для себя в тот раз открыли. Там все, что хочешь, есть. О! Салют! Та ты шо? Все дела, да? Да.
Ты что, мы тут раз были, был он, потом были, был он, а теперь они двое. Джекпот и Казбек на базе. Ёлки-палки. Нам надо что? Нам надо вот тот квас, number one, пару бутылочек. Домашний. Сегодня будем детей радовать. Парочку разных. И... Есть жестяной банк, есть стеклянный. Ну, давай. Давай в жестяной. Давай, давай тархун. Давай а чего в жестяной? Ты не хочешь? Они выпьют все. А так мы разольем им по стаканчику. Хорошо, давай, давай, давай в стекле. Тархун? Разных. Тархунчик, дюшес, пару бутылочек давай. И одну на свое усмотрение. Да. Так, а ну-ка, Катенька. Так уже, может, здесь возьмем кусочек? Мы же не пойдем туда в мясную уже. Возьми кусочек нам, на пиццу. Помолчите, да? Женщина, пожалуйста. Чего это мне молчать? Потому что вот теперь первый раз за все время авоська будет работать по назначению. Чтоб аж звенело с нее, поняла? Обалдеть, ты что? Говорю, кусочек солями возьмем на пиццу. Я хотел... Ну давай туда, давай сюда. Нет, сюда давай, ты что, это ж... Сейчас, вот так вот. Аккуратненько, ты мне сюда вот их накидывай. Вот там вот где-то днище есть, да. Хочешь лежа? Да давай стоя, пусть все будет нормально. Вот так вот. Давай, я там подниму, и оно будет как раньше, как будто бы ты с магазина идешь, а оно у тебя звенит. Все, и одну сюда. Вот на мою сторону. Все. Это лимонадик от нас. Мама. Да ты что, красава, благодарю. О, ты понимаешь? Это именно звук, да? Шикардос. Сколько грошей? Рахуй. Солями кусочек. А, дай солями кусочек, пока мы не ушли. Какую ты хочешь? Да нам для пиццы надо что-то такое именно итальянское с одесским привкусом. Давайте. Ну, нарезай, давай, нарезай, конечно. Вот такой кусочек хватит, да? Так или побольше? Хватит! Точно? А, если что, я домашние добавлю. Все, 4, я буду 4, делать сегодня итальянскую одну и две одесские пиццы. А еще одна какая? И тебе что-нибудь там, как она там, маргарита называется? Диетическая. С помидорами? Ну, просто корж вот и все. Базилик, помидор. Знаешь, такая есть? Томат. Катя, я много чего знаю. Я, а посмотри, вот я просто тебе не все карты этот вот. Ой, да ну я знаю твои карты. Брошенный веером. Уже как облупленного. Все, я тебя уже не удивляю ничем? Нет. Елки ты палки. Поучиться надо, ты может? Что, мне еще к этой картине масла бастончика не хватает. Да. Что ты смеешься? Готов этот. Кого? Бабосы. Ой, хорошо. Нет, это, конечно, молодцы. Ну, хороший. Надо Нобеля. Хороший мой мальчик. Я говорю, надо Нобеля дать человека, который придумал возле прилавка вот так вот стульчик. Да? Конечно. Ты бегаешь по базару, весь уставший, руки отрываются. Сел, все, счастье. Обычно возле пивных таких заведений такие стульчики. Нет, возле пивных там все стоя. Столики повыше, что? Мы с тобой, походу, в разных пивных пиво пьем. Что, там режется колбаска? Ну да, аккуратненько шинкуется, ты бачишь? Зюк-з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 юк. Ура! Та ты шо, елки-палки, блин. Та ты шо, смотри. Прямо хамон какой-то колбасный. Точно. Ты шо, ты... Ой! Катька, ёшкин ты кот. Схватила. Это твоя сумка, чуть мою авоську не этот... Давай, я выключаю, буду рассчитываться. Рассчитывайся. Колбаса очень вкусная. Хоть как она называлась, чтобы запомнить ее? Браун-швейцарская. Я что я не то запомнил? Все, дуже дякую. И за лимонад, и за Казбек, за все дела. Спасибо, Риденьки, давай гарного дня. Помчались. Кусочек сала вон такой. Так. Ниже. Вот это да. Так, нам сюда надо. Ох, Сережка. Это же я этот, Уандор, старший сын, ага. На повара учится? Да. Так а я подумал, чего нет.
Хороший шеф-нож. А все нормальные должны начинать вот так вот. Я когда он по ресторанам работал, с профессионалами, все со своими ножами ходят. О, Андо на месте вижу. Ой, пахнет мойвой и лососем. Здравствуйте. Розочка, здрасте. Здрасте. А где ваш старший сын? Опять на практике? Красава, все. Так я... Здрасте и вам, здоровенькие были. О, какое чудо. Здравствуйте. А где Люк? Дома. Люк дома, на охране остался. Родненький, хорош работать. Вставай. О, боже, мои пионы. Шо? Здоровенькие были. Спасибо тебе за этот Казбек Арарат. Это пипец какой-то. Вот такая, блин, ты что? Огонь. Подожди, смотри, у меня... ты или выключи, или давай договоримся. Нам ничего, спасибо, не надо. У мамы есть все, слава богу. У меня просто к тебе, даже не тебе, у тебя все есть, я вижу. Это от меня с Маратом, сыну, так как он... Повар. Будущий известный повар, шеф в Одессе. Вот такой вот шеф-нож. На, это хороший инструмент. Да. Под его ручку самый раз, чтобы он ходил на практику и во все рестораны уже со своими ножами. От души вот малому... Перебиваешь, стоп. Ага. Смотри, за нож обычно дают какую-то там монетку. Дай одну конфетку. Потому что это из своих рук конфеты. На, вот тебе монетку. Из своих рук. Конфетку. Все, шикардос, благодарочка. Марат, тебе конфета, мне монета. Сейчас я Ахтамар. Еще и Ахтамар, ешкин ты кот. Хорошо, встречаемся на старом месте возле кофейка, да? Да, подожди, тебе еще что-то тоже надо. Не-не, мне ничего не надо. Андо, родненький, я не надо. Вспомнил, ты меня сбил. Все, слава богу, я знаю, как зубы заговаривать. Пошлите кофе пить. Ничего не надо, просто идем кофейка попьем. У нас есть... Ешкин ты кот. Что это такое? Креветки тигровые. Креветки тигровые со вкусом шоколада, ты понял? А мы не знали, ребята, если что, креветки. А, я уже хотел сказать, что помимо конфет. Ёханый ты бабай, блин. Ребята, это не по сценарию было. Спасибо, родненький. Да ты что? Подожди. Что там? На, тебе дюшес. Обалдеешь. Все, давай, за кофейку. Подожди, подожди, не беги, я хоть полюбуюсь, посмотри. Все, она пришла куда надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, мы в том году вас взяли и посадили. Как она растет. Вот так, вот... красивая гортензия. Это мы у вас, помните, эту розовую огромную? А будет еще? Вот такая, да, маленькая. Завтра будете? Нет, завтра... А что, ты, может, заскочишь? А, нет? Я повезу детей, буду. Да может, что Саше отдать, а он нам передаст. Не, я заеду просто. Заедет. Знаете что, давайте оставьте свой телефон. Давайте. Я привезу, я вас наберу. Добро. Давайте. Давайте, говорите. 067. Екатерина Гортензиевна. Хорошо. Белая, розовая, ты выходишь. Есть белые, хорошие. Такие же крупные, большие бошки, да? Да. Да давайте две. Да. Две, говорю. Я вам позвоню и скажу, потому и что... И розовое, и белое. Ты вот. Сказал две? Как? Да я ж тебя боготворю и люблю, елки-палки, что ты? 8 Сергей. Там ребята, ловите по аромату. Мадам, это все для вас. Да ты что? Как они, конечно. Вот же Боженька подарил аромат. Елки ты палки. А бывают духи такие? Да. А чего у меня таких нет до сих пор? Точнее, чего у тебя таких нет до сих пор? Почему у тебя только гортензиями весной пахнет? Ой, этими пионами, ешкин ты кот. Спасибо хочу, большое. Чтобы регулярно пахло. Все, будьте нам здоровеньки. До свидания. О! А ты в шортах, красава, елки-палки. Да я с утра тоже оделся, даже носки забыл одеть. Потом выхожу и понимаю, что этот, что кучки еврейские начались. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте.
вы мой двор мало снимаете. А где, куда надо подольше зайти? Сельская 16, самый красивый двор. Ай-яй-яй, где, на Молдаванке там? Да, я там вырос и родился. И прочел там. Катя, запоминай адрес, так что зайдем. Серова 16. Добро, вот, заходим, да, во двор. Ну. Вот здесь одна дверь входная, а вот где виноград, вот я там родился и еще сажал этот виноград. А, так там, где, это там, где дерево вот это огромное по центру растет, и корни вот такие, и коридорчик длинный пошел. 16, все, Катюня, Серова 16. Там что-то нацепили на стенку. Да, а, ну это он как самый показательный, да? Ты самый красивый двор, да, да. Такие вот есть. Я там родился и прожил 30 лет почти. Ой, вы имеете счастье. Иметь откуда корни. Все, будьте на здоровеньке. Да ты что, Катя, куда же это надо всунуть сюда еще? Хочешь, я буду носить. Я не буду снимать. В газете? Слышь, так у нас еще и газета не просто так, а с агромаркета, поняла? Так, моряки, а точнее капитаны. Это нормальные шортики. Дай бог каждому такие. О! Все, Катюшка, делай паузу, рекламная кофейная пауза. Я вот и не устал. Не, говорит, то, что вы готовили, я не хочу. Я сейчас что-то другое. А у него свое. Ну да, у тебя же новые рецепты, новые возможности. Да, эти пасты там с креветком, с беконом, там курица с грибами. Ну ты кушай, не обижай его, так что давай ему привет. Не, я говорю, ты мне баловал, я уже обычный макарон не А ты обычный макарон паста, лапаста называй. Да, уже не идет, короче. Пипец неспокойный, тихо. Все, и тебе, родненький, все, покедово. Ё-мо, что там Аленочка опять завернула, но развернем дома. Ё-моё. Это тик-ток такой? Ага. Тик-ток базарный. Гор канализации. Так, собираем все это до кучи. О. Спасибо. Чаев столько. Вадик, все, можешь чаи не высылать. А хотя не высылай, мы угостим с Израиля. Шри-ланкийскими. Катюша? Пошли уже, возьмем рис и поедем, Сергей. Идем. Пипец. Огурец. Скажи мне, а надо сыр какой-то затирать пиццу или нет? Пиццу? Да. А и моцарелла? Ну, серьезно, моцарелла? Да. Ну, а где я тебе моцареллу возьму? Так, а мы здесь прошли уже нема? Ну, видно. А, нет. Там уже джинсами торгуют. А прямо именно моцареллу? Мы ж тогда староказачьим затирали. Голландским или каким? Кать, да я пошутил. Любым. Где мои пионы? Вот эти? Да. Посмотри, еще никогда моя тачка такой красивой не была. Что там, очередь? Заходи, не бойся. Здрасте. Ну вот тебе сыр. О, да хочешь сулугуни с сыром закинь? Ой, поднимай, продастся. Все, не забудьте, пожалуйста. Так, это я оставляю, тачка на месте. Здрасте. А нам надо вот тот изюм, который вы давали, которого нет на витрине. Вот его 150 грамм, потом 150 грамм другого изюма, такого же. Потом... Не такого же, желтого и синего. Ну, чуть-чуть другого. Хотя нам надо два вида. Но один три, из брат них... сказал. Два вида. Три. Катя, успокойся. Три вида изюма, один курагу. Я поняла. Вот этого, то, что я предлагала. Вот, да, этого. Хорошо. И тогда еще два вида на ваше усмотрение. Хорошо. Потом курага нужна будет? Светленький или темненький? Светленький. Светленький. Курага и надо синенький будет? Ну, синенький, вяленый там самый. Давайте вяленый. Все, отлично. Светленький, я дам иранский. Он самый такой, не капризный. Договорились. Так, нут у вас есть? Да. Все, сейчас возьмем там нутика, да. А тебе ж чуть-чуть его надо, да? Немножко. Так, ура. А рис у вас? Рис, да. Пропаренный, да, какой-то. Ну, я поняла. Индийский, килограмма два. Килограмма два, да. Только я вам такие, по полкило мы расфасовываем. Да хорошо, вы мне сейчас покажете, я. А лаваш, ты сказал, что тебе надо? А лавашек вот есть то, самый тоненький, лаваш, самый красивый. Мы будем шах-плов готовить. Да. Это то, что выстилается и... Я поняла, но там есть ручной работы, очень хороший. Вот мне ручной надо самый тоненький. Три или пять листиков? Давайте пять. Пять? Вот там, где 35 нарисовано. Все, понял. Возьми два. Хорошо. Так, 35. Вот эти вот. Ох, а тонкий какой.
Я правильно взял, да? Да, да. Катя, ты шо? Душа прямо. Сплошная нежность. Угу. Все. Это вот есть. Из того, что... А это сулугуни? Катюша, давай детям грузинским сулугуни пиццу итальянскую. Ну, я не знаю, чтобы они ели. Печеную в Одессе. Да будут. Ты же знаешь наших едоков. Все. Твердый, вкусный. О, да, совершенно верно. Да, вот, вот такой вот, да. Так, еще 10 килограмм. А мне надо 2. 2 надо. Ага. Организуем. Найдем? Найдем, да? Все. Да. Так, вот этот вот сырок. Я сейчас еще 2 пакета вам принесу. Угу. Добро. Катюня, у тебя память хорошая. Из всего того, что там Марат перечислял. Нут еще. Ну, нут я сейчас, вот мы возьмем здесь напротив. Все, что здесь, все? Все, Серёж. Сколько нута вам дать? Финики. Я принесу уже, чтобы... Да килограмм работали. Кидайте, килограмм. Не бегали, добро, девочки, да, добро, добро, добро. Смотри. Детская радость. А я знаю, что? Детская радость. Что это такое? Ну, что это? А, вот это? Радость. Обалдеть. Что ты, уже будешь упаковывать? Я хочу, Катюша, чтобы ты сейчас свои цветы... А все мы уже, да? Аккуратненько. А тебе точно килограмм нута нужен? Сейчас я вот это все буду... Сереж, тебе Катенька, не надо... Катенька, он не портится, все будет нормально, на другой рецепт пойдет. Что вот это все будет? Все будет шикардос. Так. Да. Да, добро, добро. А я потихонечку потом все это как в тачку как загружу. А вот это то, что нежное, понесем отдельно. Шо еще? О, слышь, сколько живу. А малину сушеную не видел. Ну вот, посмотри. Может, даже потрогать. Марат. Вишня. Это не идет? Сублимированная? Ох, и слово-то какое интересное. Ты хоть знаешь, что такое? А хурма вяленая, посмотри. А? Как сыр хороший с плесенью. Трех? Да. Тут все, что хочешь. Подожди. Орехи. Ты детям возьмешь еще конфеты такие? Нет. Еще те не доели? Угу. Фундуки. Чурчхела, думал, только в Грузии на привозе, оказывается, еще и у вас. Это турецкая. Ага. Так, я это Катюня? Ага. Тут вообще, смотри, турецкая пахлава? Сторона. Пахлава. Ты помнишь? Иди медовая. Сережа. Да у меня там все элементарно и просто. Раз-два и упаковался. Красивая. О, смотри, как на этом. Гранд-базаре. Помнишь, нас угощали? Да. Такая. А потом, Алина, она из ваты какой-то тоненькой. Вот тут очередь. О, тут все за лавашами приходят, ты понимаешь? Так, это есть изюмы. Все проверяем. Ага. И курагу тоже кинули? А курагу у них договорились. А нет, давайте и курагу тоже еще грамм 150. А может 200. Тоже какую-то вкусненькую. Вот такой молодец. А то Марат же не простит, скажет. Ты что? Мы к этому плову 3 года идем. И завтра... И с курагой будет, да? А там все. Это шах-плов. Это непростой. Его готовят только специально обученные люди. Сереж, сколько тебе надо? Very good. Все. Да, да. Мы же не на блюдо дня. Все, великолепно. Все, вам огромное спасибо. Андрюша, привет. Пламенный. Вы можете зайти вон напротив, там людей много будет. Спасибо большое. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо, взаимно. Все, вроде бы все набрал. Выходим, Сергей? Да. Это вам с Андреем Тарху. Да попробуйте, очень вкусный. Ручная работа. Да. Так что так вот. Все, будьте нам здоровенькие. До свидания. Спасибо. Катюня, валим. Опля. Мадам, проходите. Может, уже начнешь за мной ухаживать? Давай. Да, я думала, это ты должен. Устроилась. Ты посмотри. Девочка. Палец о палец только смеется. Ага. Все. До свидания. Хорошенький, холодненький. Ее порвало. Короче, друзья, если зашли с вашим настроением, для вас завтра будем готовить шах-плов. Ох, и намечается. Как это? Мы порепетируем.
А потом нет-нет, что в ресторане такое, на два дня бахнем. Точно, дожди пройдут, поняла? Как? Запекать? Да не, шах мы не сделаем, блин. Ну, рецепт вам таки будет нормальный. Всем пока-пока. Чао. Эх ты. Так, что, детям лимонад остался? Или зайдем еще купим? Да хватит им. Что, квас есть, лимонад есть, чего ты? Нет, я за пиццу переживаю. Все у них чего там есть. Чего теперь? Это ты, я не знаю, что маслины дома есть. Хотя им только коржи нужны, в принципе. Коржи и колбаска, да? А там кетчуп тебе нужен, да? Есть кетчуп. Колбаска. Соус краснодарский. Сыр. А нет, соус краснодарского. У меня лежит, я тебе просто не показывал. Туда добавляешь, там чуть-чуть того немножко этого. Сушеный базилик. И соус итальянский готов. Все, вырубай уже, ты неспокойная. Давай идем домой. А, я уже забыла, что ты попрощался.